7-ку. Так, помните, в прошлой серии мы остановились на том, что я не мог понять, почему у меня работает печка. Все-таки разобрался. Вывел трубу, сделал печку. Сейчас покажу. Убрал тот маленький баллон, потому что в него там вообще ничего не вылазит. Так, давайте сюда. Вот, поставил вот такой огромный резервуар. И теперь сюда, здесь я смешиваю себе газы спокойно и работаю с печкой. Так как вот с помощью вот этой вот штуки, если она у меня здесь, не, по-моему, нету. Сейчас покажу. Где ты? Вот, вот этот вот кит. Раньше было и для воды, и для газов. Сейчас у меня здесь его нету. Не знаю почему, я найти его не могу. И как оно сейчас работает в данный момент, где вход, где выход, я без понятия. Но вроде бы получилось, вроде бы нормально. Вроде бы все хорошо. Так что печка работает, сплавы я уже себе плавил. Добавил себе компьютер. Так что давайте, мне сейчас нужно будет сделать нужно будет металла для труб. В этой серии я хочу все-таки сделать себе комнатку, где мы будем с вами выращивать еду. Так что давай 50 металла закинем. Нужно будет на трубы. Так, все, потихонечку пошло. Сейчас как только слитки у нас появятся, слитки появились, все, отключаем печку. Металл есть, давай добавляем медь. Медь мне тоже понадобится. Нужна будет куча проводов. И пойдем сейчас с вами будем делать нашу комнатку. И будем выращивать продукты, потому что кушать как бы тоже нужно. Здесь есть машина наподобие этого, как его, вот этого принтера электроник, только есть принтер еды. Не знаю, может через нее будем делать. Ну, посмотрим. Ладно, пусть пока мест провода идут. Давайте сделаем трубы. Да, убрал я отсюда склад. Склад нам пригодится в другом месте, там, где мы будем строить с вами эту площадку для торговца. А сюда здесь просто металл падает, руда. И все, я зашел, поднял, сколько мне нужно, к примеру. Ну, не знаю, мне склад не нравится. Вот реально мне склад не нравится. Не знаю почему. Так, трубы. Где тут трубы, которые мне нужны? Это они, да? Или... А, вот они, жидкостные трубы. Во. Сейчас сделаем штучек, не знаю, может 10. Может больше, может меньше, посмотрим. Не знаю, буду ли ставить огромную себе теплицу, либо там на пару растений, потому что, в принципе, я играю один, и мне не так сильно много уже и нужно. Хотя торговец, возможно, будет это все покупать. Так что будем разбираться. Главное запустить эту комнатку, а там уже смотреть, как это будет все работать, потому что реально я где-то около суток разбирался с освещением, с обогревом, с охлаждением. Построил там комнатку, вот так уж и проходили, построил там комнатку, 4 хватит, ну, для начала, как эксперимент, возможно, и хватит. Хорошо, золотых хватит. Жиру построил комнатку, сейчас запустим. Посадим по одному семечку. Так, где мне тут еще золото есть? Давайте 50 сделаем. Жиру потратим по одному семечку и посмотрим, если будет все хорошо, если будет температуру держать, если будет работать автоматические освещения. Значит, я сделаю больше тогда себе грядок и будем этим всем заниматься. Так, сколько у меня здесь? Давайте, наверное, пусть провода пока не сделаются, а мы с вами сходим, посмотрим, где наша комнатка. Так, делал я, получается, каркас у меня железо, а это я стены обшил сталью.
Если все сработает, если, как говорится, все будет хорошо, возможно, поменяю потом себе, сделаю остальные каркасы. Но сейчас на данный момент меня, в принципе, все устраивает. Так что по батарейке там 76%. Ну, я думаю, нам должно хватить. Блин, самое главное, знаете, что не взял? Самое главное, что не взял. Давайте, наверное, вернемся домой. Давайте вернемся домой. Планшет забыл. Забыл самое главное, планшетик. Да, кстати, сделаю себе очки. Теперь я могу спокойно добывать себе руду. Если, к примеру, мне что-то срочно нужно, и в дипмайнере у меня этого нету. Просто включаешь и смотришь. Вот, я теперь могу спокойно добывать себе руды. Так что, отлично. Очки просто шикарная штука. Так, давай сразу поменяем батарейку. Положим тебя сюда. Берем вот этот вот планшет и провода, которые мы наделали. Много проводов не бывает, я это уже понял, так как я использую усиленные. Так, все, заходим. Вот, берем в руки планшетик, включаем его. Не то. Нужно поменять. Нужно поменять местами. Во, отлично. Вставляем сюда навигатор. Так, можно сделать и так. Ничего страшного не произойдет. Так, видите, комнатку себе построил. Здесь у меня будет растение. Здесь у меня уже водичка есть. И здесь я поставил себе для фильтра, для очистки воздуха. То есть в помещении у меня сейчас только кислород и азот. Где у нас тут газы? Вот видите, у меня кислород. А, кислород и углекислый газ. Всем. 500 молей кислорода и как раз углекислого газа у меня 17 молей. Не знаю, хватит ли этого для растений, но возможно хватит, возможно нет. Так, поставил два фильтра, это как его автоматические, соединил их трубками и вывел туда на улицу. Так что теперь, если, к примеру, у меня здесь есть какие-то химикаты, давайте сейчас сходим, добудем льда немножко. Ну, чтобы уже было понятно, что и как. Так, нужно льда немножко добыть. Буквально одну штучку. Так, провода эти мне не нужны. Я использую усиленные. Так, сейчас, секундочку. Секундочку. Так, все, побежали. Мне нужен лед. По-моему, здесь где-то есть, да, на вершине. О, мне буквально один кубик нужен. Все, шикарно. Так. Баска наша постепенно уже разрастается. Ну и тоже, если мне нужно было, к примеру, заниматься всем этим делом, кислород, вода, еда, и чисто заниматься добычей ресурсов, то это было все как бы быстрее. Но что есть, то есть. Так, все, заходим сюда, включаем свет, все, открываем. Вот, смотри, кидаем лед. Сейчас здесь у нас будут примеси. Видите, да, пошли примеси. N это что у нас? Это у нас азот. Азот нам здесь не нужен. Включаем вот эту вот штуку. Здесь сразу заряжается батарейка. И начинается сразу работать фильтр. Видите, сразу 1,34 моля, 1,3, 1,2. То есть, если здесь будут какие-то там токсины, просто приходишь, включаешь, фильтр начинает работать. Пока весь не откачается. Ну, пусть качается. Так, что у меня тут дальше есть? Я поставил здесь вот такую вот систему для охлаждения и для тепла, если температура здесь будет, к примеру, падать. Но она у меня здесь ни разу не падала, но наоборот, она только повышалась. Не знаю, зачем я обогрев поставил, но на всякий пожарный, мало ли, может, как говорится, Саб-Зиро зайдет ко мне в гости и все заморозит. Так что, когда падает определенная температура,
когда падает определенная температура, к примеру, включается у меня либо обогрев, либо идет, получается, охлаждение. То есть пришлось делать вот такие вот штуки. И с помощью них, получается, подключать. Не знаю, как это все будет работать. Если это все сработает и будет нормально себя реализовывать. Да, газовый датчик тут еще нужен. То потом покажу, как я это все делал. А на данный момент это чисто, как говорится, эксперимент, проверочка. Так, что там дальше? У нас здесь есть уже есть вода. Я закачал сюда, на 70 литров есть. 70 литров, 15 градусов, да, температура. Угу, отлично, нужно сейчас будет сюда поставить вот эту вот штуку. Где ты? Разливочную машину, чтобы мы здесь могли с вами попить. Так, как мы тебе поставим? Давай, наверное... вот так, да? Давай, наверное, вот так возьмем в руки трубы. Я не помню, есть ли здесь у нас труба, выводил ли сюда, либо нет. Так, где ты? Вот ты. Ага, не выводил. Тогда подсоединяем. Правильно, вроде есть. Сейчас отсюда нужно будет провод кинуть, подпитать электричеством. Так, давай трубы пока мы все берем. Берем в руки кусачку, берем в руки провода. Попробуем тебя подключить и поставить водичку. Так, раз, два. В этой комнате, наверное, я не буду ставить себе кучу машин, кучу производств. Но чтобы у меня нормально все работало, здесь я буду чисто выращивать все. Без производства. Производство, возможно, перенесу. Работает? Вроде доработа. Производство я себе перенесу, не знаю, может, в другое место. Так, ставим бутылочку. Ставим бутылочку и смотрим. Должно заработать. Да, пошло. Хорошо. Теперь у нас с вами здесь есть вода. Так, попить. Ой, как вкусненько. Так, хорошо. Что теперь нужно? Нам теперь нужно определиться с освещением для растений. Наверное, я буду ставить его сюда, вот так на потолок. Наверное, сюда вот так на потолок тебя поставлю. Раз. Потом сюда поставлю два. И сюда поставлю три. Если не ошибаюсь, по-моему, так все, батарейка зарядилась. Сейчас посмотрим, что у нас по поводу загрязнения. Да, чуть-чуть осталось. Все, отлично, как раз и заряда этого батареи хватит, чтобы полностью все выкачать. Так, о чем я это? А, по поводу грибов. По-моему, когда я раньше выращивал грибы, то свет и освещение здесь и не нужно было. То есть можно было грибы ставить спокойно куда-то в эту сторону и вообще не париться. Не знаю, как здесь будет. Так что давайте проводить. Блин, неудобно вслепую, конечно, это все делать. Но попробуем. Нужно будет сейчас сюда еще... посмотреть, как это будет смотреться. Здесь должно быть у меня автоматический свет с помощью сокета. Так что, возможно, мы сокет куда-то вставим вот сюда. И по идее, если я все правильно рассчитал, эту штуку вставляем, то у нас будет автоматический свет. То есть будет он включаться там каждые 10 минут и выключаться на каждые 5 минут. Но это в теории. Не знаю, как оно будет на практике. Так что я же говорю. Чисто пока эксперимент. Так, блин. Ничего не вижу. Ничего не вижу. Но вроде бы правильно идем. Вроде бы правильно идем. Тут же ж у меня... Ага, да, тут все правильно идем. Погоди. По-моему, тебе нужно будет... вывести вот так, а не сильно близко. А теперь где ты? Ага, ты наверх пошел, да? А нам это не нужно, нам нужно, чтобы ты вниз смотрел. Да ё моего, вроде бы так. Сейчас посмотрим, сейчас подключим, сейчас
Посмотрим. Как оно идет. Так, погоди, давай на улицу выйдем. Посмотрим, что я там наподсоединял. Потому что сейчас вслепую я тут наподсоединяю. Так, open. Так, где я тут подсоединяю? Где я тут подсоединяю? Ага, вроде нормально. Где нормально, да? Да, тогда делаем, наверное, вот так. И выводим тебя в эту сторону. Да, чтобы у нас все прошло, получается, по этой линии. Так. Блин, надо было сбегать за проводами, да? Либо нам хватит этих. Сейчас посмотрим. Так, сезам, откройся. Все, ведем провода к нашему сокету. Если мы все правильно сделали и рассчитали, то по поводу освещения, фильтрации и температуры в нашей теплице можно будет вообще не париться. Только и надо заходить и собирать урожай. Можно было, конечно, поставить робота, который автоматически это все собирает. Но я посмотрел, там нужно, во-первых, прописывать код. А я и программирование, конечно, такое себе. И все ролики на ютубе, чтобы вы понимали, обучающие, так сказать, происходят примерно где-то в таком русле. Ну, чтобы вы понимали, что они берут. Вот тут, к примеру, сняли. Вот так сняли. И начинает. Ребят, всем привет. Я сегодня установил вот такое вот все отопление, обогрев. И мы с вами вот это вот сделали. И сюда поставили. Датчик тут подключили. Я вам писал маленький кодик. Так что всем спасибо. Ставьте лайки. Всем пока-пока. Если нужно будет что-то интересное, пишите мне в Телеграм. Все. Что они там сделали? Кого они там поставили? Что они там улучшили? Я в душе, как говорится, не чаю. Так, все. По идее, мы подключили. Работает? Работает. Так, если мы сейчас включим сокет, нажмем эту штуку, то вроде бы должно включиться освещение. Да, оно включилось. И через 10 минут, оно должно будет выключиться. Если мы все правильно с вами сделали. А мы, по-моему, все правильно с вами сделали. Так что еще раз, если эта вся система будет работать и будет интересно, как я сделал всю эту комнатку. Я заново, конечно, это все строить не буду, но постепенно скажу, что, к примеру, отсюда нужно провести провод сюда, в этом сокете нужно нажать то, здесь то, все-все-все, и по-быстрому все сделаем. А если нет, то, ну, значит нет, что могу сделать, правильно? Так, давай берем сюда ключик и попробуем подсоединить сейчас наши трубы. Ага, а я трубы не смогу, да, так подсоединить? Это печалька. Ладно, получится, значит, вот так вот сделать. Так, трубы есть, хорошо. Значит, мы сможем с вами сделать вот такую вот, вот такую вот систему. Во! Сколько у нас тут? 2, 4, 6, 8, да? 8 штучек, 3, 6, 7, блин, одной штучки не хватает. Может, сходим сделаем? Да, давайте, сходим сделаем. Сейчас как раз поменяем батареечку, потому что у меня батареечка садится, да? Да, 44%. Сейчас поменяем батареечку и вернемся. Можно было, конечно... О, провода, хорошо. Можно было, конечно, ставить себе... лампы вот такие вот везде освещения. Но без записи я бегаю чисто с фонариком. Мне с головой этого хватает. Не знаю, как вам, смотрите сами. Но у меня, я говорю, без записи с головы хватает и фонарика. Мне не нужен там свет. Так, большую часть я либо возле печки нахожусь, либо что-то строю. Так, хорошо. Можно было сюда стакер, конечно, поставить и по 50 штучек собирать, но... Мне лень, не хочу. Так, здесь мы выключаем. Здесь мы собираем. Здесь нам нужны трубы, да, с вами. Много проводов не бывает, да, еще раз говорю, потому что в каждой постройке
Нам нужно будет очень много этих проводов. Так, давайте закроем, включим, немножко улучшим. Блин, может кошару туда забрать? Курва бобр. Может бобра нашего забрать туда? Пусть он там охраняет наши... Наши растения, может, пусть он охраняет. Как вам такая идейка? Да, давайте заберем туда. Пусть следит за порядком. Так, слиток металла есть. Отлично, хорошо. Открываем. Забираем. Возможно, там даже маленький столик можно будет поставить. Шкафчик, столы. О, столик одна штучка, да? А шкафчики. Нужны ли нам там еще шкафчики? Ну, наверное, больше нет, чем да. И то, я же говорил, что это еще не конечный вариант. Все еще может перестраиваться, все может доделываться. Все может расширяться. Просто я стараюсь в каждой серии постепенно развивать свою базку. И идти, как говорится, по сюжету. Что сначала мы построили с вами вот эти всякие дипмайнеры, принтеры, электроники. Потом нужно будет нам с вами печку для улучшенного сплава. Сейчас еда будет. Блин, все, 4 штуки. Ну и ладно, потом доделаем. Потом доделаю. Я свет поменял? Нет, не поменял, прикинь, забыл. Потом мы с вами доделаем. Так, нужно батарейку. А я не помню, есть ли у меня еврадар. Расширение управления шлюзом. Если у меня чип, чтобы смотреть за растениями. Такая штука здесь есть, чтобы в планшет ставить. Так, как эта штука вообще называется? Анализатор атмосферы. Угу. Конфигуратор. Так, параметр размера, дисплей графики. Значений без понятия, что это такое. Золото, медь, без понятия, что это такое. Но давайте сделаем, мало ли, может, это то, что нам нужно. Так, золото, медь, где у нас медь? У нас тут медиа куча. Да, давай сюда, дай мне золото. Нам нужно больше золота, нам нужно столько золота. Давайте 19, в принципе, для микросхемы, я думаю, 19 нам запало за. Ну, чтоб именно конкретно анализатор у меня был растений. Ну, так как вот здесь у меня есть анализатор воздуха. А по поводу, не знаю, будет ли оно срабатывать на растение, если наводиться. Как думаете? Это я без понятия, что это такое. Так, дисплей. Хэш значений. Дисплей, 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 дисплей. Блин. Это ж оно? Нет, это не... Это не оно. Так, медицинский анализатор, сетевой анализатор и еврадар. Медицинский анализатор. Ну, давайте тебя сделаем одну штуку. Чпуникс. Так, а если мы припишем анализатор? Так, анализатор кабеля. Сетевой есть. Медицинский анализатор атмосферы. Так, хорошо. Давай попробуем тебя поменять. И то. Боди. Ну, в боди. А, вот, органика, да? Или это органс? Органс это органика, или это типа органс это органы? Сейчас проверим. Сейчас проверим. Так, заходим. Проверим. Так, открывайся. Давайте мы, наверное, поставим сюда нашего кошару сразу же. Да? Можем же сюда столик поставить? Или не можем сюда столик поставить? Блин, куда кошару поставить? Хочу, чтобы здесь кошара был. Так, ну по идее через 10 минут оно должно все выключиться. Если не ошибаюсь. По идее, через 10 минут оно должно выключиться. Сейчас как раз и посмотрим. Так, куда бы мне поставить бы нашего кошару? Давайте, наверное, если мы столик
столик куда-то. Куда-то сюда поставим. Мешать же не будет тут нигде. Вроде бы мешать не будет нигде, да? Он только оранжевый тут. Сейчас, ребят, 2 секунды. Дайте мне определиться, куда мы поставим котика. Где наш котик будет? А давайте сделаем... Во, смотри, вот так. А сюда поставим нашего бобра. Бобр-курва. Во. Вот так вот, да? Хопа, все. И дальше сейчас будем вот так проводить. Будем дальше вот так вот проводить. Он будет как раз у нас чисто как Симба в джунглях. Потом, может, сюда еще что-нибудь поставлю. Так, смотрим. Бади. Ага. Так, ты у нас понятненько. Так, анализатор. Все, здесь у нас есть водичка. Да, что по поводу температуры? 15 градусов. В комнате у нас температура 21 градус. Если она будет повышаться до, не помню, до 300 с чем-то кельвинов, если выставил, то она должна быть сразу включаться охлаждение. Так, ладно. Ладно, с этим мы разобрались. Давайте смотреть, что я хотел сделать. Дальше. Трубы. Нужно будет потом, наверное, здесь вот так завернуть, да? Сделать вот так вот. Или просто провести. А здесь же трубы никак не проведу, да? При всем своем желании. Ну да, столик будет мешать. Блин, все равно хочу, чтобы здесь кошара стоял. Среди растений. Просто если я здесь заверну вот так трубы сделаю. Выведу их. О, все. Потух свет, видите? Сейчас теперь 5 минут. Значит, работает все-таки наш сокет. У нас чип. Через 5 минут оно должно опять будет включиться. Плюс-минус. А температура внутри у нас 21. Хорошо. Пока здесь батарейка не сядет, она будет фильтрация заниматься. Так, дайте смотреть, как тут будет, к примеру, оно. Как оно будет. А если мы чуть-чуть тебя сделаем? Сделаем вот так, кусь. Да и кусь сделаю. А как тебя разобрать? Как тебе разобрать? Вот так разобрать, да? Если мы поставим тебя вот так вот. И поставим тебя вот так вот. Да? Отлично же будет. Чпуник. Сейчас. Секунду. И дальше потом, а что потом? А потом суп с котом. Так, я шучу, котик, из тебя супик мы делать не будем. Но будет как-то так, на крайняк, если, к примеру, я здесь захочу поставить еще вот так систему, к примеру, вот такую вот. Так, раз и два сюда, да? Я просто возьму трубу, выведу ее через улицу, вот сюда и вот так вот. И подсоединю к этим. Да, это геморройно, да, это все, но зато у нас будет здесь кошара стоять. А может, не будет здесь кошара стоять, может, я его сюда потом переставлю. Блин, хочу, чтобы все было красиво и симметрично, если честно. Хочется... было все
прям по красоте. Если честно. Хотя, наверное, чтобы было все красиво. И чтоб сюда оно было вот тут все закрытым. Я реально трубу потом проведу. Просто отсюда вот так кину. Оно мне пройдет по улице вот сюда. Выйдет отсюда и сделаю такую же самую линию. Ну, то есть, и оно будет и закрыто, и будет все красиво. И будет наш кошара здесь стоять. Да? Да, все. Шикарно договорились. Так, ложим трубы. Что у нас здесь осталось? Набор гидропонная станция. Ага, вот это вот штука. Но здесь постоянно свет включен. Я не знаю, может, каким-то растениям и нужен постоянный свет. А может, каким-то и не нужен. Так, а что с тобой не так? А ну, включись. А сюда на провода тебя не поставить никак, да? И сюда. Нет, сюда тебя, конечно, можно подключить, но... Давайте поставим, но еще раз. Здесь нужен постоянный свет. Ну, то есть здесь постоянный свет будет работать. Не знаю, а если... А если как вариант... Не, не вариант. Я думал здесь свет не включать, поняли? Ну, то есть... А чтоб лампы срабатывали. Но оно здесь не свистит. Возможно, можно будет поставить просто у себя. Потом в нашем жилом помещении... растение, которое будет расти. Но сейчас пока не. Мне это все не нравится. Так, давай сложим тебя сюда. Давайте сложим сюда. Так вот. Время, наверное... Что у нас по поводу... Все, фильтрация чистая. Время высаживать всего по одному, да? Давайте, наверное, не знаю, с чего начнем... А где наши помидорки? Алло, игра, а где помидорки? Неужели я потерял помидорки? Или у меня не было помидорок? У меня есть только пшеница, картошка, горошек, да? Грибочки, тыква. А я такие извиняюсь, а где помидорки? Я такие извиняюсь, а где помидорки? Томаты. Я ради томатов все тут все высаживал, вот это вот все строил. О, свет включился, видите, да? Прошло 5 минут, свет включился. Еще через 10 минут оно выключится. Шикарно, в принципе, автоматизация. Да, нужно бы ехать, будет вручную это все собирать, но... Ну, как говорится, камон, ребят, это ж Козловский. Так, мне нужно что? Нужно... Да, нету помидорок, у меня только банка томатов. Это значит, нужно будет строить в следующей серии... торговца. Нужно будет в следующей серии строить торговца нам. Искать там семена помидорков. Блин, ну давайте тогда, не знаю, хотя бы попробуем картошку одну посадить. Так, включаем, пусть заряжается. Что у нас здесь? Нормально. 134. Ну, то есть дойдет сейчас до 150 и выключится. И оно дальше работать не будет. Ладно, ладно, ладно. Ух ты, как лампы у нас светят ночью, да? Прикольно оно. Да ты шуля, какое освещение. Так, идемте внутрь тогда. Попробуем посадить, значит, картошку. Вот это я не помню, если я сейчас высажу все по одному, оно же мне даст семена в конце каждого растения, или я потрачу? Но если даже я потрачу, даже если я все и потрачу, открывайся, мы-то сможем вызвать с вами торговца. Сможем с вами вызвать торговца, да, и купить себе новый семян. Так что ладно, давайте берем картосю. Куда картосю? Давайте, наверное, оно, если свет выключу, как оно будет? Ой, темно, как говорится, осуждаем. Так, картосю посадили, давай сюда, давай тыкву, дай тыкву, давай тыкву сюда, наверное, посадим, да, чпуникс,
Грибы проверим по поводу грибов. Я жарю им, по-моему, нужна только чисто темнота. Не знаю, будут ли они работать, ну, расти с лампами и кукуруку. Так, планшет положить пока месяц. Давай, наверное. Ну, и горошек, да? Давай кукуруку и горошек. Все, это мы с вами высадили. Это пока мы не будем трогать. Это, я думаю, нам и не надо, да? Так что давай смотреть. Ага. А как посмотреть, все ли вас устраивает? Анализатор медицины. Оригинал. Nobody. Hello. Ira. А как мне посмотреть, все ли вас устраивает? Хорошо. СВББ. Кукурука. Но вроде бы... Вроде бы красного нету. Вроде красного нету. Вроде должно расти спокойно. Так, будешь наблюдать и докладывать каждые 10 минут, мне понял? Как у нас что тут и здесь? Я не знаю, как эта штука, анализатор называется, который анализирует. Так, но здесь температура не растет, у вас 2 градуса. Я не знаю, если поднимется больше, по-моему, 30-25, то включится охлаждение. Ну, посмотрим. Здесь как раз сейчас лампы, по идее, будут нагревать наше помещение. Я здесь потом постою, немножко понаблюдаю. Блин, непонятно, непонятно. Давайте сбегаем домой. Сейчас как раз поменяем с вами батареечку, либо не поменяем, посмотрим. Так, медицинский анализатор. Тогда это нам не надо. Тогда это нам не надо. Оно не подходит. Не знаю, почему оно не подходит. Мы делаем как? Мы делаем так. Зажимаем Q и... Фью! И буря его потом заберет. Давайте посмотрим, где эти штуки. Так, где эти штуки? Чипы, чипы, чипы. Чипы снизу. Больше нету. Так, напор гидропонной станции. Не то. Справочник, навигатор. Справочник. Давайте попробуем сделать справочник. Поникс есть. Идем дальше. Идем дальше, идем дальше. Так, георадар цветной. Нет, георадар. Сетевой анализатор. Это не то. Управление режима тоже. Медицинский анализатор мы делали. Не подходит. Не подходит. GPS. Тоже не то. Конфигуратор. Конфигуратор. Что она такое? И plant, plant, plant. Давай попробуем тебя вставить. Так, где ты, plant? Вот это вот ты, да? Справочник. Так, включаем и смотрим. Plant. Во, все, ребята, все. Вот так вот. А тогда ты у нас кто? Включись. Ты да, кто у нас справочник? Так. Ага. Вот оно что, Михалыч. Ля. Кукурука. Кукурука. Ладно, понял. Растение. Да, хорошо. Справочник мы оставим. Это кто у нас? Это да. И на залезе трансферы, да. Блин, жалко, в планшете нельзя 4 штуки вставить. Ладно. Пошлите. Пошлите, посмотрим на наши растения, как они себя там чухают. Так. Что у нас здесь? Как ты тут, нормально? Так, во. Во. Все на английском, ну я на английском, как говорится, на ты.
Азот 0%. А ему азот нужен? Или тебе не нужен азот? Процент 0,03%. Так. Летучие вещества 0, токсины 0. Ну да, у меня здесь все по нулям. У меня здесь все по нулям. У меня здесь хорошо, вкусно. У меня здесь отлично. Давайте даже чуть-чуть включим. Включили. Батарейка пошла заряжаться. Выключили все. Они чуть-чуть еще поработают. Так, давай дальше смотреть. Что тебе нужно? Так, так, так. 0. Углекислый газ 1%. Хорошо, хорошо. Ну, вроде бы все отлично. Что у нас с грибами? Грибы, да, наверное, будет не устраивать. Процент 96,5. 3,5. 3,5. Может, их не устраивает? Может, им больше углекислого газа нужно? Кто в курсе? Напишите мне. Ну, вроде бы, как бы. Давай, наверное, мы положим... Так, справочник сюда. Справочник по поводу всякой остальной штуки. Тоже, наверное, пусть тут будет, да? А мы сюда анализатор на сферах. Хотя зачем? Зачем нам нужна вот эта вот штука или нет? Как думаете? Вот это вот. Возможно, чисто для написания кода мне вот этот хэш нужен. О, оплодотворенное яйцо коричневое. Ну, мы его найдем. По-моему, чисто только на ракета, да? У торговца вроде бы его нету. А может, и добавили. Так, томаты. Ладно, пусть эта штука тоже будет. На всякий случай вот так вверх ее поставим. Вставляем сюда. Анализатор атмосферы. Анализатор. Так, кислорода 480 моль. Углекислого газа, да? Да, углекислого газа у нас 17 моль. Думаю, хватит нам. Низкий заряд. 50%. Ну, я уже заканчиваю. Ну, вроде бы... Ага, вот, да. Видите, грибам сильно много света. Сильно много света, и они сейчас могут погибнуть. Ну, то есть, и грибы мне, возможно, придется сажать куда-то сюда, наверное. А ну, сейчас, погоди. Да, и выключим свет. Да, наверное, грибы придется нам... сажать куда-то вот сюда, возможно, вести вот так трубу. Так как я знаю, что реально они не любят очень много света. Но у нас с вами есть еще сколько? 2 семечка грибов. Есть. Так что думаю, если что... Если что, то должно быть все нормально. Ну, на крайняк купим у торговца, правильно? Так, а давай посмотрим, что будет, когда ты... Да, и видите, пропали грибы. Грибы пропали. То есть, значит, все-таки нужно реально либо здесь перегородку делать вот так вот. Хотя не могу сделать перегородку, потому что у меня здесь лампа стоит. Блин, а можно чуть потише? Угу, давайте подумаем. У нас, когда свет включается, здесь, по-моему, его не затрагивает. Возможно, можно будет как-то... Возможно, можно будет как-то сюда грибы посадить. Так... Мы же здесь больше ж ничего ж не будем с вами делать, правильно? Я думаю. По-моему, ничего не будем здесь с вами. Так, пройдет? Не пройдет? Не пройдет. Блин. Ну что делать? Придется жертвовать местом. И высаживать тут наши с вами
грибочки. Наверное, я как-то вот так. Потом я сюда выведу трубы. Дай мне, пожалуйста, один лоточек посмотреть, как ты будешь у нас здесь на проводах. На проводах ты не сможешь, да? Да, на проводах ты не сможешь. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. И здесь, значит, два. Ну, значит, будет такая мальная плантация. Ну, возможно, сюда еще можно будет грибы посадить. Да. Ну, как-то так. Так, ладно, ребят, все. Всем спасибо за... Давай, наверное, поставим, чтобы не забыть сразу. Всем спасибо за просмотр. Я же говорю, если эта вся система будет работать, я нормально выращу свой первый урожай. Неважно, погибнет, не погибнет, я потом расскажу. И вам будет интересно, как это сделать такую маленькую автоматическую комнатку, то просто можете написать. Я жарю, разберу стенку, покажу, какие чипы я подключил, покажу здесь код, покажу, как это все работает, и вы тоже будете выращивать здесь. Так что все, всем пока-пока, да потом я дальше заниматься, добывать себе это какие руды, надо будет железа себе добить сейчас много. Для того, чтобы построить с той стороны, хочу здесь построить, по-моему, это как его, стартовую площадку. По-моему, на нее нужно очень много будет ресурсов, так как нужно будет сделать и для огромных самолетов, и плюс нужно будет сделать для маленьких. И плюс нужно будет очень-очень много энергии, так как у меня каждое здание, одно отдельное, подпитывается... разными аккумуляторами. Ну, то есть у меня здесь одна батарея, здесь у меня солнечные, и здесь ветряки. И все, и это у меня здесь автономная. Автономная комнатка. Даже если там, где мы производим металл, и пропадет свет, либо что-то там случится, не знаю, взорвется, то у меня здесь останется все. Возможно, я сюда еще в дальнейшем поставлю машину для производства еды. Здесь микроволновку, столики. А возможно, нет. Посмотрим, будет ли нагреваться у нас комнатка и будет вообще ли оно все расти и делать так, как я, кажется, задумал. Так, а можно мне посмотреть, почему не хватает трубы? Да, не хватает мне просто... Да, мне трубы одной не хватает. А я даже нигде не возьму тебя отсюда. У меня, по-моему, все закончилось. Да, у меня трубы закончились. Угу. Мне не хватило буквально одной трубки. А здесь я нигде не могу взять. Нет. Здесь нигде не могу взять. Ну и ладнышки. Так что все. Всем пока-пока. До потом. И пишите комментарии, ставьте лайки. В общем, вы знаете, да? Все, всем мур-мур.